ну-ка, гори! Гори, гори, гори! Так, гори, гори, ясно, чтобы... Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилька Плей, я Наташа. Мы с тобой продолжаем играть в монахиню на экстремальном уровне сложности, попытаемся ее пройти, и давайте уже играть. Мне, значит, вы, мои дружочки-пирожочки, написали, что чтобы для того начать игру сначала, я надеюсь, ты понял мою последовательность мыслей, надо изменить имя. Блин, ну у нас было такое классное имя Шмонька, и теперь придется писать новое. Ну давай напишем Шмонашка. О, бляха, давайте Людмила Мазок. Реально, Людмила Мазок и ее приключения, как она из вот этого выбралась и потом стала суперским дизайнером. Мне нравится. Людмила Мазок, Обнинская-Калужская область. Я так понимаю, это где игру создавали, скорее всего. Так, ладно, играть, все, меня все устраивает, надеюсь, что тебя тоже. А еще ощущение, что я сегодня голенькая, на все готовенькая. Но на самом деле я не голенькая, это такой топик, вот как бы да. Вот так вот надо подниматься, типа да, вот такой вот. А вот так вот волосами я прикрыла, я как будто такая, понимаешь, такая шаловливая бабенка. Ну ладно, пропускаем, короче, видение, не надо никого никуда вводить, ни нас, ни вас, ни в коко. В прошлой серии, если ты не смотрел, мы были плохими людьми. Не очень хорошими, я бы сказала, конченными. Потому что Коко пострадала. Намеренно пострадал, но надо было что-то делать. Так, и это экстрим. В первый раз проходим экстрим. Монашечка, шмонашечка, слышит, собака, все. Так, я не понял, подожди. А у нас началась игра сначала? Я же изменила имя. Вы мне обещали, что если сменить имя, то все будет тип-топ. Давай посмотрим. Да! Мне вот... Да нет! Да я же сменила, почему? Слышь? А почему? Давайте попытаемся тогда допройти. Нам нужно, по-моему, вставить еще один кубочек сюда. Ладно, попробуем тогда сегодня спасти детей на экстриме. Посмотрим, что из этого получится. Вообще, будет ли это реально сделать. Вот, для этого нам нужно открыть эту чудесную дверь. И надеяться, что мы... Ой. Подождите, стоп, мы только начали, откройте дверь, что происходит, я не понял, темно, нихера не видно. Я, по-моему, где я? Откройте мне дверь, алло, что происходит, я же нажимаю, а двери-то не открываются. Подождите, женщина, я пыталась найти кубок. Что вообще произошло, я ее, по-моему, дверью зажала, ты видел? Я реально ее зажала дверью. Зажрала. Может быть, ее попробовать убить потом? Ой, крыса, да что такое? Ты что делаешь? Ты что? Гральку нашла. Можно я пересижу, потому что у меня какие-то проблемы сегодня? Я не понимаю, что такое, оно так дергается. Я вообще не поняла, что сейчас произошло. Я ее реально как будто дверью защемила. Ты понял? Я тебе отвечаю. Она тоже не ожидала такой дерзости. Она тоже такого не ожидала развития событий. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что мы с тобой молодцы. Если я вылезу из этого ящика, она ж не услышит. Так, у меня есть Грааль. У меня есть вот эта штука. У меня есть и масло, чтобы в жопе не погасло. И у меня есть денежка. Я надеюсь, она сейчас... Юлю, ключик. Кобелек. Кобелек это... Ты только не беги сюда, окей? Темно! Нихера не видно! Так, это крыса бегает. Может быть, у меня игра сломалась? Так, хорошо, я воткнул. Я у мамы умничка. Разумничка. Мы же можем бросать предметы, да? Смотри, нам надо сейчас бросить вот этот предмет. Зашибись, бросил, хорошо. Я его бросила чисто для того, чтобы потом отнести его к детям туда, в бункер. Ну, как бы это логично, чтобы он сразу там был, и мы с тобой быстрее прошли, собственно, Грэнни на экстриме. Я не понимаю, почему. Мне написали, что как сменяешь имя, у тебя, типа, обновляется игра, и все по-новому. Но, видишь, у меня что-то не обновилось, поэтому нам придется выкручиваться таким вот способом. Значит, смотри, что мне отсюда нужно взять. Мне нужно отсюда взять кубок. Кстати, еще нужно найти Коко. А Коко я не знаю, где Коко, где-то Коко. Хорошо. Значит, берем тогда кубок. Грааль. Гралю. Загралю тебя, угралю. Ну, как думаешь, безопасно сюда прыгать? Я думаю, что, в принципе, наверное, да. А, мы можем же сделать вот так, смотри.
Смотри, смотри, это тактика. Ты думаешь, что это не тактика, а это тактика. Она там пойдет проверять. И пока она вот это вот проверяет... Так, куда идти? Женщина, подождите, стой, стоп. Может, не заметила, может, не заметила. А, заметила! Ай, ты... Реально, в этой темноте ничего не видно. Я не знаю, как это проходить. Что-то пошло через жопу. День второй... И это отстой, потому что, типа, я Людмила Мазок, и я буду хорошо себя вести. Мне кажется, Людмила Мазок обречена, реально обречена. Подождите-ка, я кое-что еще видела от вас же. Давайте протестируем, реально, мне прям очень интересно. Так, а где наша сатанинская комнатушка? Вот она. Так, смотри, значит, мы заходим с тобой сюда. Я делаю шумиху. Сейчас я попытаюсь ее поджечь. Может быть, она подожжется, может быть, они не горят? Ну-ка, иди сюда, тетя. Тетя Мотя, комцумир. По-моему, реально горит. А, да, смотри, ну-ка. Ну-ка, гори! Гори, гори, гори! Так, гори, гори, ясно, чтобы... Она не горит. Гори, гори, гори. Почему все горит, а она не горит? Гори, гори. Женщина, гори. Она не хочет гореть. Гори, гори, гори. Давайте ее залепим просто. Она побежала тупо. О, тихо, тихо, агрессивно, назрой. Вот. Так как так-то? Ой, бляха, не-не-не-не-не-не. Пошла в жопу отсюда. Пошла отсюда в жопу. Блин, кажется, я себя загнала в тупик. Страшно же, вырубай. Ладно, давайте сейчас у нее пропадет шарик. Я ей кину новый шарик, лошарик. И мы пойдем искать наш грааль, который я где... Оба. Оба. Ну и прекрасно. Так. Это мой грааль. И я не туда иду, да? Но тут темно, потому что... Тут потому что темно и страшно. Я не знаю, как это вообще проходить, но я пройду. Ой-ой-ой. Не-не-не-не, только не открывай. Ты не видела, как я сюда пряталась? Сейчас, прикинь, такая открой, такая... А, я знаю, что ты тут сидишь, такая, не надо мне тут выделываться. Какая же она конченная, ты понял? А может быть мы... Может быть мы сейчас с тобой рискнем, типа, и выйдем отсюда, выпьем за наше здоровье, и типа... Ой, да пошла ты знаешь куда в очко, все. Все, я ухожу, иди ты нахер, поняла? Поняла, я агрессивно настроенная дама. Вот, это моя жизнь. Тихо, спокойно. Открывай дверь быстрее, братан. Закрывай дверь, братан. Да-да-да, хорошо, закрыли. Все, у меня есть грааль. Сейчас нужно сюда донести ломик. Вот так вот вставляем. Сейчас будет супер зарядка, подзарядка. Я не поняла, почему Людмила Мазок не начала все сначала. Ну ладно. Маска заряжается, да? Сколько там ей нужно нажимать? А, нет, она же сейчас сама зарядится. Так, точно. Нам нужно еще либо ножницы, либо куклы взорвать ее подружку, клюшку-нюшку. Все, дырка к детям открыта. Замечательно, когда у тебя есть дырка к детям. Ладно, нам нужно принести сюда теперь ломик, занести его к деткам-конфеткам, а после этого нужно заняться ее подружайкой. Может быть, и куклу сюда принести? Слушай, а давай-ка сюда и куколку принесем. А, я ж потом не смогу. Но я ее могу кинуть. Да, я знаю, как мы сделаем с тобой. Так, иди сюда, ляля-поп. Ляля-поп, ляля-поп. Ля-ля-поп. Смотри, какая вообще благородная просто тактика. Ты до такой тактики не догадывался. Смотри, значит, мы садимся в дырочку. Идем сюда, в эту дырочку. Главное сейчас просто не залажать, потому что если я залажаю... Смотри. Мы кидаем куклу сюда. Потом, когда мы сюда придем уже с ломом, мы свалимся, и кукла свалится, и мы свалимся, и все просто сюда свалятся. Это же не прекрасно. Так, тихо. Это очень прекрасно. Блин, реально здесь так темно, что это кошмар. Ну, хотя бы в некоторых местах есть свет. Лом. Лом лежит у нас в сатанинской комнатушке. Так.
А как бы? А если... Я вот так здесь посижу. Просто страшно, жуть. Жуть как страшно. Людмила Мазок начинала с такого. Ладно, никого нет. Так, стоп. В другую сторону. Вот, нам сюда. Заходим. А может быть, монашка там носится все это время? Значит, я забираю ломик. Я забираю ломик. Главное стоять вот здесь. Здесь достаточно безопасное местечко. Ломик. Ага. Это она бежит? По-моему, это она там ходит, шурында такая, типа, деловая колбаса такая. Уля-ля-ля, пока смут. Хорошо. У меня, в принципе, есть все предметы для удачного прохождения сие экстремального уровня сложности. Да. Я не знаю только, куда я кинула... А, с пересёра пистолета вспомнила. Но он нам не понадобится. Нам просто сейчас нужно с тобой дойти без проблем до... Опа. Здравствуйте. Ля-ля-ля-ля, песенку пою. Горбатая скотина, вали отсюда рыла. У меня так и не получилось ее поджечь палкой. Жаль. Но ее можно взрывать куклой. Вообще, Людмила Мазок мужик. Вот мы и выяснили. Да хорош сюда ходить! Иди отсюда! Может быть, ты уйдешь? Агрессивная женщина, уходи. Че она здесь трется? Может быть, она слышит, как я хожу? Давайте не будем шевелиться ради эксперимента. Если она сейчас войдет, я не знаю, что он будет... Я сломала игру! А может быть, ее можно сжечь? Ну-ка, подожди. Нет места. Только не сюда. Я думала, она не зайдет. Да, это было очень всрато. Последний день, между прочим. Ты понял? Ты понял? Мы с тобой на последний денечек. Людмила Мазок сегодня не везет. Я даже не знаю. Мне кажется, она реально оставит свой мазок здесь увековечит и не выйдет. Потому что что-то как-то не получается у нас. Ладно, давайте попробуем по бырику показать монашке, кто здесь босс. А босс, I'm a bitch, I'm a boss. Так, у меня сгорел... Бляха, не-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 не. Не-не-не-не-не-не-не, женщина. Я слышала, она меня увидела. Она меня сейчас увидела. А мне кажется, она ползает. Блин, и что мне делать? Она сейчас опять здесь будет тусить? Не, это вообще не прикольно. Что ты вылупилась, ты? За пупопа. Поет она медитативно, своей ручкой дергает. Иди кому-то другому подергай. А если я за ней буду идти, как думаешь, она меня заметит? Мне кажется, заметит, и нам хана. Блин, а так все хорошо началось. Что мне делать? Что мне делать? Так, я просто еще раз проверю. Хорошо. Сейчас у меня есть тактика, надо кинуть лопату в ту дырку, чтобы она залезла в дырку, и пока она в дырке, мы пробежали мимо этой дырки, и залезли в детскую дырку, и попали к детям. Во! Слишком много слова дырки, но вот такая вот у нас сегодня тактика. Блин, она реально ходит здесь. Она реально здесь шурындуется. Ты чё, женщина, иди вали отсюда. Так, берем лопату. У меня есть лопата. Что есть у тебя? У тебя нет ни хера. Вот я только надеюсь, что мы попадем сейчас в эту дырку, иначе если не попадем... Может быть, она ушла? Нет, она здесь реально ходит! Жена куда-то дальше ушла. Может быть, ей стало неинтересно? Может быть, она поняла, что что-то здесь не так? Блин. А вдруг я не попаду? Вдруг я сейчас не попаду в эту маленькую дырочку, и лопата встанет поперек. А надо же как-то выходить отсюда. Я ж не буду здесь всю серию стоять в этом маленьком уголочке. Под крестом. Нет, какая-то тренда. Неужели у меня получилось? Ребята, если она сейчас туда залезет... У нас с тобой будет билетик, счастливый билетик. Людмила Мазок умеет обращаться с предметами, как бы, да.
Если ты не понял, что за Людмила Мазок, то тебе нужно посмотреть House Flipper в моем прохождении. Ты будешь идти сегодня или нет? Ты! Горбуша! Какого хрена ты не идешь? И что мне делать? Она ж не идет! Совсем, что ли, кукушка понеслась у тебя? И я не хочу, я боюсь. У меня последняя жизнь, ты чё? Ладно, может быть, она ушла? Она хотела любви, она хотела жить, она бежала и желала жизни. Да, Людмила, Елена, Людмила. Ладно. Смотри, значит, что я сейчас делаю. Мы сейчас берем, короче, ломик. Тоже кидаем ломик. Я надеюсь, кукла не пропала? Правильно, лежи здесь. Лежи здесь, маленькая жопа. По-моему, свалилась и клетка, и шплетка, и все. Забираю масочку. Все, теперь у меня кружочек вокруг глаз. Неудобно. Еще темнее все стало. Ну-ка. А теперь смотри. Япона, мать, вот это... Не-не-не-не-не! Подождите! Стоп-стоп-стоп! В смысле? А, все, надо было прыгнуть. Хорошо. Ребята, мы с тобой вообще красавчики. Мы с тобой красавчики, ты понял? Ты понял, что мы прыгнули? Так, где моя ломик? Ломик. Здравствуй, ломик. А, монеточку забираю. Монеточку, я сказал, забираю монеточку. Монеточка, да. Гвоздик отдираю. Вот, у меня есть два топливных бачка. Два бачка для тебя и для твоего друга. Все, значит, это нам не надо. Давайте зайдем к мальчику, который там что-то делает. Что делаешь? А у тебя ничего и нет в этот раз. Как-то странно, что у тебя ничего нету. Можно убить монашку, в принципе. О, сколько здесь монет. Сейчас разбогатею. Вообще красота. Ладно, нам нужно за девочкой на горшке зайти. Давай, вставай. Покажи мне кот. Нам нужен кот. Я не понимаю, она иногда кричит, мама, а иногда не кричит. Она как будто иногда теряет голос. Так, здесь женщина бегает сумасшедшая, сумасбродная. Давай, девочка, веди. А где она? А, вот она. Ну пусть ходит, я ее сейчас, в принципе, могу взорвать. И она на минуту у нас вылетит из игры, и типа все. А, я не смогу ее здесь взорвать. Садись, садись, садись. 5-3-5-7. 5-3-5-7, 5-3-5-7, 5-3-5-7, 5-5-5-3-5-7. Ухожу, ухожу, ухожу. Там она пришла. Берем куколочку. Жалко, что здесь нет никакого места, где можно присунуться и прибить монашку. Реально, очень обидно. Очень за это... Что это за звук был? А, это ты стираешь так? Ни хрена себе, ты стиральщица. Стиральщица-умывальщица. Слушай, а знаешь, что мы можем с тобой сделать? Мы можем быть очень умненькими и поносить, короче, вот эти топливные баки туда наружу. Сначала донесем куклу, скинем, потом вернемся сюда, повыносим баки, и авось будет очень классно. Да не толкай меня, ты что делаешь? Чё ты дверь закрыла? Ты чё? 5-3-5-7. Взяла мне, закрыла дверь. Ты понял? Какого хера ты вообще закрыла дверь? Ты кто такая? Я думаю, что в принципе можем идти. Я просто пойду по делам. Я воздушком подышу, ок. Перезаряжаем и ждем монахиню. Когда-то она да приедет сюда. Вообще логично было бы сюда сейчас поприносить всякие штуки, но, блин, это чревато последствия. Надо сначала с одной бабкой разобраться, потом уже с остальными разбираться. Так, там монашка пришла, я хочу сделать ей трах-бабах. Стой! Подожди, стой! Иди сюда, сучка! Ладно, сучка! Взорвусь рядом с собой, где-то вот здесь, давай.
Ну, чтобы, типа, я не сгорела в шкафу, а то мало ли себе шашлычок сделала. Это было тупо. Но она пришла так резко, и так что-то она... Мне сейчас нужно взять эту куклу, пойти. А как монашка будет забирать сожженное белье? Мне очень интересно. Может быть, она не придет на этот звук? А если придет, то мне придется как-то щемить. Причем щемить так нехило. Ладно, я вроде ее не слышу. А где кукла-то? Стоп! Где кукла? Ты чё? Где моя кукла? Алло! Она чё, сгорела, что ли? Да как так-то? Я застряла, отстрела. Ты чё? Мы так не договаривались, где моя куколка-пуколка? Йоу! Я закрою нахрен дверь, чтобы никто отсюда не вышел. Может быть, надо потушить? Мне кажется, хана. Куклы больше нет. И что мне делать без куклы? Мне теперь нужны ножницы, получается, чтобы перерезать. Вот это везение просто. Уровень боженько. Монашка пришла. Я не знаю, как так получилось. Кукла обычно же оставалась всегда. Может быть, она в кровати сейчас лежит? Такая решила, ля, полежу там, да хорошо, бля, полежу. Полежу, позлежу. Офигеть, и что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Где моя кукла? Где моя кукла? Я такого не заслужила. Ладно, пойдем. Да не ори, ты чё орёшь так? Обосраться можно, как ты орёшь. Ладно. Будем тогда действовать без куклы. Пока что. Пока что можем вынести бачки. Вот эти все бачки. Во-первых, мы сделаем их вот так. Нет места? Да ты чё? Да ты тупой. Да есть место, не ври. Есть все место, чё ты врёшь? Ты такая врушка. Ты такая врушка. Всё, хрюшка, берём. Берём. Топливные баки у нас есть. Вот здесь мы, в принципе, все в зоне. Нас здесь монахини не трожат. Вроде бы как. Пока что не трогала ни разу. Но сегодня все идет через жепь. Она забаговалась, она зашла за мне за вот этот крест. Она меня, короче, прижучила. И сейчас, мне кажется, тоже. Кукла пропала. Я не понимаю, где кукла? За что вы так с куклой-то? Тихонько выглядываем. Выглядываем. Поднимаемся. Так. Все, бежим. Ля, бегу, 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 бегу. Я бегу, 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 бегу. Убегу, 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 бегу. Давайте сюда их положим. Сейчас, наверное, монахиня придет на этот звук. Нам надо ее будет как-то обманцевать. Я хотела бы с тобой уйти куда-нибудь. Бляха, не вижу, ни хера. Женщина, подождите, я не понимаю. Ты где? Где она? Ладно, давайте просто на удачу надеяться. Женщина... Да где ты, ёб твою мать? Где она? Ага! Видишь, говно? Не надо, я убегу. Нас не догонят, нас... А если я сейчас зайду в детскую комнату, она же меня потеряет? Типа, я же буду ребенком, типа, ее ребенком послушным, я сольюсь со всеми местными, и типа, нихера ты мне не сделаешь, смотри, смотри. Оп, дверь закрывается, и все, я обычный ребенок. Я стираю бельишко, трусики стираю, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля, труселя-труселя. Чистые теперь они у меня. О, смотри, какая интересная. Уф, я думала, что это такое шевелится. А это вентилёптер. Заставили вас, бедных детей, стирать. Причем даже не плать. Так, ты что тут сидишь? Или здесь она еще не сидит? Нет, здесь просто туалет. Здесь просто туалет, чтобы ты заплакала. Все, смотри, значит, что тогда получается? Получается, что я беру вот эту штуку.
Блин, мне нужно найти ножницы, либо куклу. Это она закрыла дверь? Какого хера ты закрыла дверь? Ля, я не понял, ты чё такая умная? Разумная, пополоумная. Пополоумная, вот ты кто. А, значит, смотри, кидаем еще разочек. Ждем женщину. Вот здесь под фонарем. Здесь такая, прикинь, сзади мне такая. Ха-а-а! И все мы такие. Ну. Может быть, она реально не слышала? Ты слышала или не слышала? А Лёля? Тетя Лёля? Реально не слышала, что ли? Слушай, да. Ладно. Я залезу на всякий случай. Надо понять, где моя кукла. Может быть, она переродилась, и она теперь в кровати лежит? Может быть, я когда-то улетела в космос, а мы просто не поняли? Может быть, она куда-то отлетела рикошетом? Ну, все же может быть. Ой, бабка приехала. Ладно, пойдем. Пойдем искать пукалку. Так. О, пукалка! 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 Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, не надо так делать! Зачем так делать? Офигеть, ребят, у меня есть пукалка! Заткнись! Ждем, пока приедет монашка, убьем ее! Ха-ха! Ура! Я дождалась. Приехала монахиня, подруженька ее. Куколку я нашла. Я, наверное, ждала минут 5, на самом деле. Сидела в шкафу. Для тебя, конечно, я это вырежу. Но сидела я в шкафу долго, и мне это уже надоело. Я прям реально хочу возмездия. Хочу доминировать. Хочу показать, в конце концов, свою куколку, которую я нашла в неожиданном для меня месте. Она, прикинь, после взрыва телепортировалась туда наверх. Ну, как бы, да, ты видел. Ждем, пока я не услышу храп. Хотя, в принципе, можно, знаешь, что? А пусть куколка идет. Какая разница, будет она спать или не будет? А может быть, нет. Давайте лучше дождемся, пока она уснет. А то вдруг не сработает. Так, она вроде бы все, пошла дрыхать. Давайте выпустим куколку-пукалку. Куколка пошла. Давай, куколка. И... Та-та! Все. Минус один. Так, теперь пошли к пирожочку, к дружочку, к тому вот пацану. Веселому такому, такому заводному. Теперь-то он даст нам что, чертеж? И мы сможем сделать воздушный шарик. Так, открывай ворота, это я пришла. Конечно, я готов. Конечно, я готов. It's me, hello. Закрою дверь на всякий. Давай поговорим. Да, я здесь, это был очень долгий путь. Давай спасем всех детей из прачечной. Надеюсь, я готов, да. Возьми чертеж с моего стола и дай их ребенку, который знает, как их прочитать. Единственный ребенок, который, видимо, умеет читать. Хорошо. Давай, чё? В принципе, мы с тобой должны... Так, а где выход? Эй, братан. Братан, а у тебя дверь не открывается, слышь? А, все, спасибо. А теперь можно дверь открыть? Спасибо. А то я думала, как бы уже все. Все, идем делать воздушный шарик, потому что мы хотим улететь. Так, а где я? Подождите, я заблудилась. Я заблудилась в трех соснах, здесь очень темно. Очень темно. Хотя на втором экране посветлее. Можно смотреть на него, но это опасно. Ладно, ничего, мы справимся. Все будет чики-пуки. Не цать. Ой, блин, я думала, что это лежит здесь за маленькое какое-то непонятное нечто, а это оказалась моя кукла. Ха-ха-ха! Сама же испугалась своей собственной куклы. Так, ребенок, который знает, как читать. Единственный, видимо, умный, не полоумный. На тебе, читай. Ты отдал чертежи мальчику-ремесленнику. Теперь нужно всех нахрен отсюда вывести, и теперь, чтобы никто не забаговался. Так, пацаны, девчоночки, собрали свои манатки. Собрались. И пошли все дружно. Ать, два. Ать, два. Ать, два. Так, ты шо встал? А, вы берете, чтоб шить. Берите. Все, дети пошли. Осталась только наша вот эта вот кричащая, верещащая девчуля. Девчуля, девчуля. Давай, пойдем. Пойдем, сейчас будет нам очень страшно. Почему она вся какая-то вот обхарканная? Как будто на нее все кашляли кровью причем. Ну, может, это просто грибок, плесень какая-то из-под ногтей, знаешь, такая. Кто-то на нее ночью стряхивал. Может быть, она на нижнем ярусе как бы спит, поэтому на нее всякие хохоряшки скидывали. Все! В этот раз никто не забаговался. Так иди давай!
Да из-за тебя мальчик пройти не может. Так, мальчик, иди. Давайте сегодня без багов обойдемся. Да иди ж ты, девочка. Девочка, у меня из-за тебя мальчик не хочет идти, он в тебя вошел. Все, он из тебя вышел и прошел насквозь тебе. Настолько он хорош. Настолько он хорош. Может быть, знаешь, что я, кстати, сейчас подумала? Может быть, мы рот у рот в детстве? Типа, ну, типа, когда ему было сколько лет там, когда они расстались последний раз. И после этого он не приезжал сюда. Может быть, это он? Может быть, это реально он? Типа, понял, что его мамашка ни хрена не няшка, и типа, надо с ней что-то делать. Давайте, пацаны, выстраиваемся в ряд. Я возьму куклу, хорошо? Возьму куклу, я кое-что с ней сделал. Давай, иди. Иди, давай. Ать-два. Ать-два. Я буду тебя пихать. Я буду в тебя пихать свой маленький стручок горошка. Ладно, я буду куклу в тебя, ключик от куклы в тебя толкать, чтобы ты проходила дальше. Давайте, пацаны, побыстрее, пожалуйста. Ну страшно же, писец. Надо еще найти, где Коко. Либо хрен, давайте без Коко уедем. Коко обойдется. У нас так слишком много в жизни было Коко. Нам надо отсюда сбежать. Давай, иди ж ты. Да иди ты. Ну почему я должна тебя пихать? Иди. Давайте, дети, встаньте в ряд. Шейте, дети, шейте в ряд. Заходи, ты маленькая, ты жопка. Давай, идь. Ну, в принципе, сейчас мы будем в безопасности. Наверное. Ну, иди. 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 Я тебя толкаю. Слушай, она реально в этот раз не орет. Может быть, ей так настолько страшно, что она забыла, как кричать? Все, я ее вроде бы приставила туда, куда надо, или нет? А, нет. Ну, почти. Сейчас мы ее доведем до куда надо. Давай. Вообще могу без детей сбежать. Нахрен мне ваши дети? Реально, зачем вы мне? Я и без вас убегу. Все, ты здесь встала. Все, хорош. Теперь смотри, что делаем. Пока дети шьют, я ищу свои баллоны. Баллоны, вот мои баллоны. Я их сразу сейчас вставлю, баллончики. Так, раз баллончик. Я не знаю, как я буду в темноте сейчас с огнем бежать. Это будет для меня тот еще, конечно, челлендж. Хорошо, два есть. А, где моя пуколка? Давай. А прикинь, там монашка сейчас стоит. Не, не стоит. Да вроде не стоит. Братан, открой по-братски. Я не хочу супер волшебной маской пользоваться, ок? Я его даже не вижу, он идет или он притворяется, или что. Открой мне дверь, братан. Спасибо. Спасибо, очень любезной стороны. Я, короче, знаешь, что предлагаю сделать нам? Мы, короче, когда, в общем-то, решим убить монахиню, шмонахиню, смотри, что сейчас делаем. Ой, тихо, тихо, спокойно. Прячемся. Я жду, когда она придет, я ее подрываю. Мы бежим за палкой. Поджигаем фитилечек и живем. Монахиня умрет вроде бы как на целую минуту аж. Это многое значит. По-моему, она не услышала. Обидно. Обидно, шо писес. Да, она не услышала. И что делать? Ну, пойдем, ладно. Пойдемте. Навстречу приключениям я иду, навстречу приключениям я их найду. Приключения, веселые приключения, приключения. Посижу, пожалуй. Коко, наверное, в курятнике сидит, но я не хочу ее сегодня спасать. Вы уж меня простите, но не хочу. Надо как-то пошуметь. Опа-на. Стой, сучка! Значит, смотри, что берем. Берем, значит, кроссовки. Теперь нам нужно взять палку-копалку. Так, значит, вот это. Вот это. Так, взять, использовать. Побежали. Та-та-та-та-та! Та-та, ой, тупая. Та-та, та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Так, как там маску использовать? Оп.
Так, оп. Оп. Теперь F1 такие. Где я? Блин. Так, еще раз. Надеюсь, успею. Ой, все. Как выйти-то? Где я? Пацаны! Где? Что? Где поджигать-то? Быстрее! Блин! Ну ё-моё! Все из-за цесаной маски! Все из-за цесаной вашей маски! Там темно! Я залетела в какие-то... Бла-бла-бла! Ну, камон! Открывай дверь, чучело, ючело! Ну, блин! Я так почти все сделала хорошо! Открывай мне дверь, слышь, ты! Дверь не открывай! Мне надо опять подорвать монахиню. Открывай дверь! Что это был за страшный звук сейчас? А она, может, родилась? И такая, типа, возродилась и закричала на меня, типа, сучка. Открой мне дверь. Блин, вот это было обидно. Это было реально обидно, я сейчас реально сдохла. Ну, не сдохла, а типа, ну ты понял, короче, ну что тебе объяснить-то? Все понял ты. Офигеть, это было писец как обидно. Я такого отношения не заслужила, алёля. Ладно. Давай еще разочек. Так. Перезаряжаем куколку. Ждем монахиню. Прикинь, если она там еще лежит. Нет, ушла. Она ушла. Ушла, ушла. Значит, она где-то шароходит. Шароходит где-то. Ладно. Давай тогда, а чё? А чё, надо взорвать ее обязательно? Да камон. Вот сейчас она на это и прибежит. Она реально, она пришла на этот звук. Нужно ее, короче, прикончить. Она до этого просто не услышала и не поняла прикол, рофл. Понимаешь? Надо с ней, типа... Давайте, выходим. Так, где кукла-то? Я понял. Кукла просралась опять, куда-то улетела в космос. И как мне быть? Походу, она молилась только что. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Угу. Нет, и что мне делать? Я не успею так быстро и тяпки свои надеть. Спокойно, спокойно, спокойно. Надо просто... релакснуть, окей? Мы релакснем, и все будет тип-топ. Так, смотри. Теперь мы с тобой. Полетели. Мы летели, мы летели, мы летели. Улетели, улетели, улетели. Вниз пошли, 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 пошли. Бежали бы, бежали, побежали, побежали. На-на-на. На-н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 а-
камон! Короче, мужик, открывай! Открывай быстрей, 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 быстрей! Ты быстрей, 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 быстрей! Да быстрей, 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 давай! О, слава богу! Да! Я это сделала без вашей вонючей маски! Какая же она вонючая! Вот это вот не работало сегодня вообще ни в какую! Нет, ну я бы вернулась за Коко, ну блин, Коко! Ладно, Коко, хорошо! Ну как я без Коко? Коко, я надеюсь, не пожалею. Так, мужик, подожди, открывай дверь. Мужик, открывай дверь, алло. Мужик, дверь открой. Мне нужно спасти одного пропавшего члена экипажа. Нет, ладно, давайте сбежим. Нет, прости, Коко. Коко сегодня будет жареной индюшкой. Не, не хочу. Давайте без Коко. Давай без Коко. Все, дети погрузились. Дети погрузились, и я погрузилась. Все, дайте, дети, пустите меня. Я должна быть самая первая. Самая первая буду. Коко будет у нас на хорошем полезном питании. Ничего страшного с ней будет. Так, все зашли? Все зашли, я не понимаю. Кого ждем? Мальчик-ремесленник, иди заходи.
Все, ребята, мы улетели на экстриме, ты понял? Ты понял, мы с тобой это еще раз сделали. Покиньте школу, спасите детей. Экстремальный режим. Мне за это должны, наверное, много баблишка дать. Много должны дать баблишка. Коко жалко. Но она будет кушать еду. Все, а все. Может быть, поэтому она так смотрит на этот воздушный шар, то что это реально рот у рот улетел. И она поэтому качает вот эту дубинку. Зашла в комнату Людмила Мазок. Я бы туда не заходила. А вижу, Людмила Мазок комната, между прочим, дизайнерская. Может, это рот-урод? Он там потом разжирнел и стал готовить мороженое. Ну, типа, просто будем строить всякие теории заговора, окей? Вот такая вот получилась эта серия. Надеюсь, что тебе понравилось. Я понимаю, что тебе, наверное, очень обидно, что мы не взяли Коко, но мне кажется, если бы мы пошли за ней, нас бы с тобой прибили, поэтому нельзя было рисковать. У нас была последняя жизнь, поэтому без Коко сегодня. Коко в прошлый раз пожарили, а в этот раз ее забыли, да? Да, вот такая вот жизнь Коко. Подписывайся на мой канал, если еще не подписан. Поддержи меня лайком, мне будет очень приятно. А мы увидимся уже очень скоро. Пока.